Ликвидировать лесные пожары в Якутии продолжает сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа. За прошедшие сутки сводный отряд Восточного военного округа в районе поселка Бясь-Кюёль оборудовал 300-метровый участок минерализованной полосы, общая протяженность которой составила свыше 13 километров. В районе населенного пункта выполнялся контрольный объезд территории на выявление остаточных очагов пожара. Также военнослужащие продолжают оказывать помощь местному населению в вывозе мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 10 машинорейсов, вывезено порядка 7 тонн сгоревших материалов и деревьев. Их общий вес составил 405 тонн. В районе населенного пункта Чиапара Чурюпчинского улуса с помощью специальной инженерной техники оборудована минерализованная полоса, общая протяженность которой составила порядка 1,5 километра. К мероприятиям привлечено 133 военнослужащих и задействована 21 единица специальной техники. Олег Завьялов, новости на Восьмом.